Так. В окуляр гляньте сюда. Не зацепите только штатив. Будет видно. 6.11 по Киеву. Харькова. Убегает быстро. А. Ну, уже горизонт уклонится. Но это 125-кратное увеличение, поэтому он кажется близко и очень быстро перемещается по экрану. Он сейчас в 66 миллионах километров. Так-то, если мы смотрим, он медленно идет, как Луна. А если близко так приближаешь, так он угол зрения маленький, он проносится по кадру. А что Луна не каждый день? Ну, сейчас на Луне, она рядом с Солнцем. Солнце ее освещает для наблюдателя с Земли как бы сзаду. И мы не видим вот этой освещенной части серпа Луны. Через несколько дней появится рядом с восходящим Солнцем. Смотрите. Не, ну по утрам бывает, есть, а сейчас нет. Сейчас нету, конечно. Она сейчас выше Солнца. Но вот если мы сейчас посмотрим на восток, она сейчас будет выше Солнца, и ее будет не видно, потому что Луна как раз между Землей и Солнцем. То есть у нас мы будем смотреть на темную неосвещенную сторону. Быстро, да. Очень быстро. Он все ближе, и поэтому все быстрее перемещается, чем у нас начались кадры. А если бы он сейчас был там 90 миллионов километров, он бы медленнее шел. Ну, то есть он-то со своей скоростью. Он на полюсе видно на южном слева ледники. Красота вообще. Что я время сказал или не сказал? 6.13 по Киеву в Харькове. 17 сегодня, да, сентября, 20-й год, а вон Венера, сейчас Венеру сниму. Океан видит ее. Как, вон фонарь огроменный висит, где... Он сейчас... Не вижу, что старая уже. Сейчас наведусь, там мне ж тоже не 15, ну видно, если знать где смотреть, видно. Сейчас. А Венера в 145 миллионах километрах. Намного дальше, но она намного ярче, чем Марс. Ну, ну и на что, она желтая сейчас светом. Ну и Марс такой. Так, о, вот она. Вот по ней видно, что она сбоку солнцем освещена. Но она же гораздо дальше. В два с лишним раза. Это 66 миллионов километров, а это... И она поднимается над горизонтом. А это... 145. То есть она тоже очень быстро перемещается относительно Земли. Ну это как машина едет 100 километров, 10 метров от тебя, или прям 100 метров. Она-то со своими 100 километрами едет, а ты ее видишь, что туда проносится. Да. А там далеко она еле-еле душа в теле. Каждый день наблюдаешь. Да, ну как будто, я уже на работе давно должен быть. Это у меня просто всегда такая переносная смена. Это хобби. Хобби, ради развлечения снимаю. Дорогое развлечение. Да ну что, я рабочий, я не миллионер. Купил себе за зарплату. Ну вот, $1000 где-то она стоит. Ну, на момент покупки, сейчас не знаю, сколько. Я в марте покупал под коронавирус, буду дома сидеть, развлекаться. В общем-то, если бы я продал не парад планет, я бы к ней там был. Ладушки, что у нас? В Марс еще раз попадем. Уже еле-еле я его... Ну это ж, конечно, надо же знать, где смотреть. И то я уже, да, уже. А, не, вон, все, вижу. Сейчас буду относительно листьев его пытаться поймать.
Вон он наш красавец. Венера и Марс. Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Ну что он такой? Он красный, совершенно натурально. Коричневатый оттенок. Абсолютно точно наблюдается. Да нет, такой же. Ну ладно. Говорят, практически все мужчины. Ну вот их горизонт уже опускается. Он скоро спрячется за горизонт, а Венера наоборот поднимается. Да, уже через... Че, он не розовый, не красный, не бордовый. Та вообще желтая была, сияла, как солнце Венера. Да, мужики в той или иной степени все дальтоники там. Так что я со своими женщинами спорю, какого цвета у меня брюки. И брюки ли это? Так что будем считать, что Марс красный. Принято считать красным. Поверим женскому слову. Да, ну вот опускается ниже горизонта, соответственно. Не, Марс. Марс. Луна сегодня сейчас новолуние, она на сон, рядом с Солнцем. Так, ладушка, что у нас? 6.18 по Киеву, в Харькове. 17 сентября уже озвучивал я, да? 2020 года. Харьков, 50-я параллель северной широты. Ну, конечно, оно же смещается. Оно смещается, и расстояние между планет. Ну, планеты вращаются вокруг Земли. Соответственно, меняется их положение, они то ближе. Я уже не говорю о том, что у нас то облачно, то не облачно. То есть один раз хорошо с ними между. Какая-то дымка вроде. Да, да, есть, есть дымка. Ну, что есть, то есть. Она же погоду не выберешь. Хорошо, хоть так совпало. И на работу с утра с раннего не идти. И небо практически чистое. Ну ладно. Последний раз Венеру на максимуме снимем. Сбежала Венера, невеста моя. Куда ж ты пропадаешь? Посмотри, ну уходит, хоть ты тресни. Никак не хочет примером. Напоследок себя показать.